прошлом году в пожарах погибли 283 человека. А в январе года наступившего огонь уже унес жизни 18 жителей региона. Избежать трагедии помогли бы пожарные извещатели, благодаря которым в 2020 году удалось спасти 499 человек. Об этом рассказал председатель регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Но реальное количество срабатывает намного больше, потому что по многим случаям информация в связи с тем, что пожарная охрана не вызывалась, к нам не поступает. Зачастую бывает так, что сами жильцы дома обнаруживают очаг возгорания после срабатывания пожароизвещателя, тушат, ликвидируют, и дальше уже у них пожароизвещатель продолжает так называемое дежурство. В идеале такими мини-сиренами должно быть оборудовано 90% жилья. Но пока реальные цифры от этих далеки. Мотивировать людей решили проведением акции. Идею уже поддержали известные в Башкирии люди. Я присоединяюсь к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру. Если они уже спасли 500 жизней, то надо действовать и самим также обзавестись этим другом-спасателем. Надежный спасатель – пожарный извещатель. Присоединяйся к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом и в каждую квартиру. Спаси себя и близких от пожара. Небольшой прибор по доступной цене можно приобрести в магазинах электроники как для себя, так и в качестве подарка. А после снять интересный видеоролик с установкой извещателя и прислать его в Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям. Затем будут определены самые креативные видео. Акция «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру будет проходить в течение всего 2021 года. И наша задача – сделать так, чтобы в каждом третьем доме, в каждой третьей квартире был пожарный извещатель. Старт дан акции, и пока стартовые позиции наши таковы, пока в каждом пятом доме и квартире есть пожарный извещатель. Некоторые льготные категории граждан могут получить извещатель бесплатно. Заявки принимаются по телефонам Центра службы профилактики пожаров 8-937-497-48-01 в рабочие часы. В ведомстве предупреждают: не доверяйте хитрым дельцам, которые предлагают установить пожарные извещатели по завышенной цене. В магазинах такие мини-сирены стоят от 300 рублей. Марина Медвинская, Время новостей.